Всем привет! Сейчас вам расскажу, как загрузить видео в TikTok с браузера Google Chrome. Для этого нам потребуется установить вот такое расширение. Найти его очень просто. В интернет-магазине Chrome вбиваем FreeVPN. Дальше пишем вот такой браузер, после его такое расширение, после его установки мы переходим в режим расширения в браузере Chrome. Активируем и получаем вот такой значок. Дальше мы выбираем любую страну, кроме России. Включаем VPN. И в нашем ТикТоке делаем загрузку видео. Все это происходит достаточно быстро. Пока загружается видео, можно придумать какой-нибудь заголовок, там прописать теги и дождаться конечного результата. Как мы видим, достаточно быстро все прогрузилось. Выбираем нужную нам обложку. Дописываем необходимые теги. И нажимаем на кнопку «Опубликовать». Все, наше видео загружено. Пользуйтесь.